Фото убитого школьника. Оно появилось следом после публикации этого. На снимке мужчина в маске. В его руках увесистая сумка. Если верить фейку, в ней ружье. Его приготовили для учеников 130-й школы. Инфа пришла. 10 стрелков зайдут в рандомную школу. В какую, неизвестно. Подобная утка залетела сегодня в школьный чат родителей. Барнаульская 53-я исключением не стала. Телефон директора буквально засыпало сообщениями от мам, пап и даже учащихся. Сегодня в нашу школу вот приехали сотрудники полиции, 2 человека, которые до определенного времени тоже помогали нам вот следить, в том числе за безопасностью всех, кто находится на территории нашей школы. Их прислали как дополнение к обязательному. Сейчас в каждой школе камеры, металлоискатели, тревожная кнопка и охрана. Сегодня для подстраховки во все школы прибыли вооруженные и в полном обмундировании сотрудники полиции. Они просто находились на территории образовательного учреждения для того, чтобы в случае, если все-таки, не дай бог, конечно, данный факт подтвердится, ну, суметь очень быстро оказать сопротивление. Свой пост сотрудники покинули в полдень. К этому времени стало понятно, что информация ложная и детям ничего не угрожает. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком.